Да-да-да. Поэтому, блин, я реально переживаю. Переживаю. Так. Нужно заказ написать. О, этот внутренний экзамен. В смысле, у меня 50 вопросов, что ли? Да ну. У меня по каждому зачету, по каждой теме, в общем, 50 вопросов. И только допускается одна ошибка. Я так поняла, что, короче, будет итоговый зачет по всем зачетам, тоже, наверное, 30 вопросов. И получается уже внутренний экзамен тоже 30 вопросов. Наверное, я не знаю. Блин, не пугайте меня, что 50. Привет. Левый пишешь, нет, правый. Правый пишу. Пирожок заказали у нас. Пирожок, конечно. И сыр, соус. Я уже забыла, ну да, 30. И в каждом по 10. Получается, это будет... так, это внутренний, ты говоришь? Или по всем зачетам тоже 30 штук? По всем темам. 50? Достану сколько. Как тебе? Отлично. Отлично. Егорка, привет. Я просто 50, так что я там. Нет, вот 50, то, что я сейчас, короче, сдаю. Я сейчас сдаю зачеты, короче, по каждой теме у меня 50 вопросов. Но я хочу уточнить у тебя именно по всем темам, которые потом вот сдаешь все зачеты, и потом вот сначала идет по всем темам, там внутренние, по всем темам тоже 30 вопросов.